Спасибо, что все это проводится. Что, ну, теперь уже второй, по-моему, год. Дай Бог, чтобы было, как там, по-простому, в постоянку. Вот, Валентине Блик, огромное спасибо. Ильдус, за звук отдельное спасибо. Звук шикарный просто. Здорово. Звук спасибо. Ну, а Серпухов всегда поможет вам, чем можем. Даже чем не можем, поможет. Владимир Турьянский. Откуда начинается река? Как возникает первая строка? Когда вперед твоя рука и пишет слово? Тогда, когда дорога нелегка, когда бегут по небу облака, звезда мерцает в чаше родника. Ты счастлив снова? Я жадным не был в жизни никогда, друзьями беден не был никогда. А годы, как веселая вода, бегут сквозь руки. Но если жизнь мне повторить опять, я ничего не стану в ней менять. Ни одного мгновения, ни дня, ни горечи, ни разлуки. Я снова бы бродяжил по стране, когда снежок растает по весне. И так же мало нужно было по мне, совсем немного. Я песни пел бы тем, кого любил, и воду из ручьев хрустальных пил. А радости терял и находил на всех дорогах. Кораблики мелькают по волне, плывут по речке Северной Двине, и детская рука протянет мне листочек белый. Я напишу на память по строке друзьям моим в далеком далеке. И уплывет кораблик по реке, как будто не был. Откуда начинается река? Как возникает первая строка? Когда перо берет твоя рука и пишет слово? Тогда, когда дорога нелегка, когда бегут по небу облака, друзья, звезда мерцает в чаше родника. Ты счастлив снова? Валюш, просто посмотрел на тебя. Вот спасибо большое. Спасибо большое за то, что вы все это делаете. Ну ладно, такую летнюю такую песенку. Это написал ее Виктор Кабанов. Ну, а то я, может, вам мешаю, нет? Вот, ну тогда что-нибудь типа блюзца. Ладно. Но если будете смеяться потише, тогда я буду шибко доволен. Тем более Крымский мост построили. Ура! Плещет волна, и на небе не тучки. Приехала к морю столичная штучка. Стоит, утопая шпилькой в песок, покачиваясь пятки на носок. Фигурка и ножки, все при ней. Фото на фоне прибрежных камней. Будет о чем рассказать соседям, когда обратно в Москву приедет. Там у моря все не так и не то. Мужчины в смокингах, дамы в манто, рыдает жалобно саксофон, и все танцуют модный вальс бастон. Виноград и сливы, шашлыки, чаш, и чтобы не было скучно, легкий романчик. К тому же мальчик так юн и пылок, и с ним пофлиртовать очень можно было.
до моря все не так и не то. Мужчины в смокингах, дамы в манто, рыдает жалобно саксофон, и все танцуют модный вальс «Бастон». Но кончается все. Даже отпуск в Сочи совершенно верно. И мальчик на поезд провожать не хочет, и останется только цветное фото у прибрежных камней. Обнимает вас кто-то, там у моря все не так и не то. Мужчины в смокингах, дамы в манто, рыдает жалобно саксофон, и все танцуют модный вальс «Бастон». Та-ра-рам, ба-рам-бам. Александр Валерьевич, уходим на коду. Па-ба-ба-бам. Да, я хочу пригласить сюда Александра Саберзянова. Он уже здесь выступал. Вот, мы хотим просто... Нас уже... Так, а, ты отсюда будешь? Ну, хорошо. Или ты как... Мы с засадного полку, вот. Это у нас... Мы подходим из полку. А, нет, вот здесь, по-моему, да, есть. О, иду. Наверное, да, Сань, давай лучше сюда. Вот так оно. Не-не-не. Просто... Да, по-моему, лучше сюда, Александр Валерьевич. А, да, ну, да, если поиграть еще умеешь. Да, ну, я, ладно. Вот. А вот так. Просто нас уже предупреждали. Я здесь как мастер на вторых ролях, на подпевку скажу. Отнюдь, Александр Валерьевич. А почему нет? Позвольте с вами согласиться. Это тоже надо уметь. Александр Валерьевич, припираться не будем. Давайте вот. Просто нас уже предупредили там, что без этой песни не отпустят. Вот. И разрешите, по великому есть поклонники все-таки жанра авторской песни, приверженцы. Олег Митяев, с вашего позволения. А можно я пару слов скажу? Всенепременно. Перед нами выступал Обнинск, замечательный автор, замечательный исполнитель, и мы были у них, по-моему, если не ошибаюсь, на втором фестивале. Я вообще не знал, как после таких голосов нам-то выходить-то. И вот... Юля, здорово. Вот так, как мы теперь ее исполняем, оно родилось, вот это исполнение именно в Обнинске, потому что... Спасибо, мальчики. Так. Я приду, потом вспомню. Эльдус, все, не добавлять ничего, ну все. Там все слышно, поверь мне. Олег Митяев. Да, Александр Валерьевич, разрешите буквально 30 секунд. Милые дамы, спасибо вам большое, потому что, ну, песни, ну, для кого пишутся? Да для девчат, ну, естественно, все безумства, ну, в хорошем смысле, совершаются именно из-за вас. Ну, Троянская война, из-за чего Елену выкрали, правильно? 2-1. Уложился. Олег Митяев. Та-ба-та-ба-та-ба-там, та-и-дам. Та-ба-та-ба-та-ба-там, та-и-дам. Та-ба-та-ба-та-ба-там, та-и-да-и-да-и-дам. Та-ба-та-ба-та-ба-там, та-и-дам. Та-ба-та-ба-та-ба-там, та-и-дам. Та-ба-та-ба-та-ба-там, та-и-да-и-да-и-дам. У поручика неважные дела, у поручика разорвана шинель, но до царского села путь дорожка висела до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорожка висела до тех пор, пока не выветрится хмель. И до тех пор, пока Валдор не стихнет медь, а он вообще не будет помнить ничего. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчизна для него. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчизна для него. А у поручика на ментике узор, и платочек от одной мадемуазель. А он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор, ни про то, что им разоначена дуэль. А он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор, ни про то, что им назначена дуэль. Но в одном ему сегодня повезло. Кто-то молится за грешного и ждет. Дремлет царское село, но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет.
есть село. Но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет. Так и вы думаете, это все? Дремлет царское село, но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет. Вот теперь все. Спасибо вам. Дай Бог доброго. Иван Соколов, город Серпухов. Спасибо. Всего доброго.